20 отписали, что приедут. Надеемся, что смогут все. На встречу жители пришли раньше времени. Вопрос волнует сильно, и он один. Получат ли они свои квартиры в этом году? Нет. Она должна прийти, дойти. Все пришедшие претендуют на квартиры в микрорайоне Салават-Купере. Вовремя вносят средства и стоят в очереди больше 3 лет. Ильшат Зарипов ждет двухкомнатную квартиру вместе с женой и дочерью. Мы в 17 году должны получить квартиры, но до сих пор еще не получили. Ждем, беспокоимся. В этом году жилье по социальной ипотеке в республике должны получить 200 человек. Заявки каждого рассматриваются в индивидуальном порядке, сообщили в ГЖФ. Задача Талгатом Мухачевым поставлена до конца текущего года обеспечить всех участников жилье. Поэтому мы над этим работаем, и до конца года осталось считанные дни, квартирами будут обеспечены. Квартиры разыгрываются ежедневно. Это можно отследить на сайте. Стоит отметить, что есть в этой ситуации и недопонимание со стороны населения. Как отметили в ГЖФ, разыгранные заявки сразу удалять не стоит. Тогда шансы на выигрыш уменьшаются. Ведь в последний момент кто-то может отказаться от квартиры, и она снова участвует в конкурсе. Альбина Аслагараева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.